Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Получила такое замечательное письмо от канала Lams 2004 «Это русское золото». Сергей иногда дарит подарки в какие-то важные свои даты. Ну, годовщину канала или еще какие-либо даты. Что-то сделал, какую-то цель. И вот в этот раз повезло мне. Он подарил мне такой вот замечательный подарок. Сейчас мы вскроем и посмотрим. Я ссылку на его канал оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь, посмотрите, оцените. Сергей делает очень много экспериментов по чистке монет. Всякими разными способами. Там очень много вариантов. Ну, заходите. Давайте, а я пока вскрою конверт и посмотрим, что же там внутри. Вскрыл я конверт. К сожалению, наша почта чуть-чуть ее подраздавила, коробочку. Но я думаю, что это мелочи. Давайте. Берем. Думаю, коробочку я потом найду себе. Так, давайте посмотрим монету. Спасибо, Сергей, очень приятно. Шикарная, конечно, монета. Шикарная монета. Это монета 10 динерс 2008 года, княжество Андорра. Шикарная серебряная монета 925 пробы. Такая вот Extreme Moto Freestyle. Диаметр монеты 38,6 мм. Вес ее 28,28 грамма. Тираж данной монеты 5000 штук. Ну, я, конечно, еще отдельно, наверное, сделаю потом в ближайшее время обзор на эту монету. Спасибо, Сергей. Очень приятно получить такой подарок. Друзья, подписывайтесь на канал Сергея. Он для своих зрителей иногда дарит такие вот замечательные подарки. Ну, разные подарки он дарит. Так, я хочу разыграть на его канале вот эту вот монету. Это у нас 500 лир, Республика Сан-Марино, борьба против наркотиков, 1985 года. Такая вот замечательная монетка, шикарная. Правила, как всегда, очень простые. Надо перейти на канал, подписаться, оставить комментарий под роликом. Участвуй, страна вашего проживания. И в ближайшее время я разыграю эту монету. Если победитель проживает в России, он получит именно эту монету. Если в Украине, то получит какую-нибудь монету от канала «История в монете». Если в какой-либо другой стране, вы можете подарить эту монету или родственникам, проживающим в России, или дружественным каналам из России. Желаю всем удачи. Всем пока. Шикарная, конечно, вот эта монета. Очень мне нравится. Спасибо, Сергей. Очень приятно. Все, всем пока. Ссылка в описании ролика.